Рад тебя видеть. Осмотрись вокруг. Текла, я тебя перебью. Эй, никто не хочет выпить со мной. Чтобы этот край процветал, нам нужен мир. Кто ко мне пришел? Совершенствуешь мастерство, Алис? А, Эйвор! Во всем Мидгарде лишь твои насмешки страшат меня. Ты научил меня слагать стихи, старый друг. И скоро я превзойду тебя в этом. Хочешь еще один урок? Поединок здесь и сейчас. Что скажешь? Я согласна. Я обычно ставлю несколько монет. Большинство любителей флютинга также любят делать ставки. Но сегодня без них. Я начну. Я готова. Точность, рифм и размера — вот ключ ко всему. Чтобы вылепить форму стиху своему, все продумай всерьез, выбирая слова. Точность, рифм и размера — вот ключ ко всему. Чтобы вылепить форму стиху своему, все продумай всерьез, выбирая слова. Наставления твои я припомню сперва. Прекрасно! Превосходная рифма и подходящий размер. Теперь поговорим о смысле. Скажем, флютинг — это живое сплетение слов. Не бездумная брань поединок умов. Я скажу, что пуста у тебя голова. Я отвечу в свою, загляни-ка сперва. А, славный ответ! Я назвал тебя глупой, ты отразила выпад. Говорил об уме, твой ответ тоже был о нем. Если на ум приходит не один ответ, используй тот, что ближе по смыслу. Последний? Что ж, ступай, остроумием мир покори. Покажи всем огонь, что пылает внутри. Как хотел бы я знать, кем ты станешь теперь? А узнав, будешь горд, что меня научил. Мало я тебя учил, если это все, что ты можешь. Где рифма? Твой флютинг хорош и достоин похвал. Постиг как топор и разит наповал. Спасибо, Алис. Я запомню твой урок.
Эй! Не дашь ли совет, где здесь лучшая охота? Может, и дам. Только не хочу, чтоб неумехи распугали тут все зверье. Принеси мне 3 пары оленьих рогов. И, может быть, расскажу тебе кое-что. Достойный вызов. Я скоро вернусь. Конунг может принять меня? Он еще говорит с посланником с севера. Тебе стоит подождать. Ясно. Вернусь позже. Хочу показать тебе кое-что. Во имя Тора! Топор твоего отца! Я не видел его с тех пор, как... долгое время. Я выковал его давно. Еще хорош. Один из лучших, что я сделал. Да, хорош. Но лезвие затупилось. Можешь заточить? Могу сделать острее и укрепить рукоять. Тебе повезло. У меня остался лишний слиток. Точно лишний? Судьба велит помочь тебе. Но впредь приноси мне слитки сама. Я не могу делать их из воздуха. Сделано. Что-нибудь еще? Что-нибудь еще. Как живешь, Гуннар? Все хорошо? Работа кипит, я бодр, но ночи стали холодными. Я теперь одинок, может, ты слышала. Да, мне очень жаль. А вы были вместе сколько? 5 недель. 5 прекрасных, страстных недель. Да, все кончено. Когда я найду свою Брюнхильду? Валькирию уже не встретить в этом мире, Гуннар. Умерь свои аппетиты. Что? Посмотри на мой товар, на оружие. Мне нужно все лучше. На меньшее я не согласен. Пока это все. Приходи еще.
Должно быть, они закончили. Если у тебя остались дела, лучше сперва закончи их. Дай ему время. Можно поговорить с Валкой. Тогда мне станет легче. Да, Конунг никуда не уйдет. I am not battling all day. I do miss the rattling of lock bones. Yes, Orlok. Join me. Let's begin. All right then. Let us begin. Thank you.
Another time, perhaps. Hey, Yerda! Sven, have you designed any new tattoos? A few worth looking at? Let me have a look. Go ahead. Is there something else? See you later, Sven. Sure. Hey, Tekla. What is brewing? Alvis tells me this brew is too strong. Think you can handle a few rounds? Tekla, I'll drink you. Is there no one who will go around with me? Hey, Tekla, what is brewing? Alvis tells me this brew is too strong. Think you can handle a few rounds? Don't fall into the barrel, okay? Spawns with me.
could outdrink every one of you! Don't feel bad. Most of these backrows would have pissed themselves all past by now. Hey, Tekla. What is brewing? Alvis tells me this brew... Hey, Tekla. What? Alvis. Toby, trading a needle for an arrow, I see. Avon, can you teach me the art of archery? I'll be happy to. See how I'm standing? Plant your feet in the ground, no wider than your shoulders. Thank you.
Breathe in as you draw the arrow back. Look at the point you want to hit, and now imagine the arrow passing straight through it and far beyond. Breathe out, then release. No time. Thank you, Eivor. Now I have something for you. Been ended. See? All in the eye. Thank you, Eivor. As a gift, I could design a new tattoo for you. Something to decorate your scar. A kind offer. But I want this scar visible. Oh, I did not mean to offend. In any case, I do have a tattoo for you.